А что вот это за так называемый, вот постараюсь высоко показать, тазик. А в тазике песок, вот он. Смотрите, что такое полусырой песок, видите, форму держит. Вот, именно этот песок, вот в таком песке, чистый песок, я его не прокаливаю, его не промываю. Это как бы строительный песок. Вот. Раз строительство используется, значит, он годится и для нас, потому что в нем минимальное количество так называемых биологических составляющих. Вот. Поэтому он нам вполне подходит. Вот. То есть здесь органики минимум. Вот. В случае заплесневания мне никто никогда не сообщал, когда я высылал в прежние годы. Итак, это готовые как бы ярлычки. Это приготовленные. Именно тщательно отобраны, вот видите, я ничего не выдумываю. Раньше бы высылал, часть бы попала вот таких уже вам. Но я стараюсь высылать на первое. Это я это называю первая стадия стратификации. Здесь они будут упакованы. Дальше они будут покладены. Мне больше нравится слово положены, но почему-то оно считается неграмотным, некультурным. Вот видите. Вот они забиты уже паутины. А почему я вам просто это так показал, чтобы показать, что холодильник набит тем, что пока, к сожалению, не пользуется спросом, хотя информация росла широко. Просто у нас мало теперь энтузиастов на душу населения. Так, теперь я, получается, что я прошу свою помощницу, она не хочет светиться на экране, для этого есть причины, не накрашенная, вот, пусть вы видите только ее руки. И она нам сейчас покажет, как я готовлю первый этап стратификации. Это очень важно. Почему я объяснял, еще раз объясню, но чуть позже. Итак, вместо того, чтобы на них написано, видите, 12 семян, а заказы я принимаю по 10, 20, 30, 40. Когда заказу 10, попадает 12. В это самое, в этот пакетик. Просто лишних два не жалко, по той причине, что все-таки кто сказал, что вот здесь еще брака не может быть. Ну, с виду замечательно. Ну, кладу лишнее. Почему? Ну, чтобы не разочаровать наших, моих друзей. Вот, сейчас она сильно быстро приготовила, потому что это ее работа, это ее хлеб, это ее заработок. Получается, что мы ничего не успели разглядеть. Попробуем разглядеть на следующий. Все, оно уже в мешочке. Давайте так, сейчас считаем вслух. Раз, два, восемь, девять, десять, 12. Теперь вот берем медленно так. Вот это вот. Показываем на ладони сколько. Ага. Теперь не просто кладем, а кладем так, что она сейчас еще помнет его, помнет. И все, вот что она умудряется, даже когда крупные косточки абрикоса, все они окажутся внутри. Вот. И вот она упаковочка. Повторная операция. Вот так, все медленнее, пожалуйста. Вот она название. Вот они 12 штук. Вот они пошли в пакетик. Вроде бы все. Теперь я что сейчас скажу? Вот эти пакетики, они пропускают воздух. Понимаете? И даже в них сохнет. Я это учитываю, и вы учитываете. Обратите внимание, уже пакетики. Обратите внимание, еще пакетик. То есть положил сюда, еще пакетик. А потом еще один пакетик будет завернуто. Где бы вам показать? Вот видите, смотрите сюда. Вот тут у меня лежат, правда, абрикосы. Видите, сколько этих там одежек? Видите, раз одежка, два, три. Вот, я-то это учитываю. И тогда и они не сохнут. Хотя там еще пакетики 10 штук лежит, упаковочки с абрикосами, или там 12. Поняли, да? Пропускает воздух. И с этим надо считаться. Кто-то получит от меня, возьмет,
положить это, и через к весне он будет сухие и не взойдут. Вот, то есть надо еще уметь сохранить определенную влагу. Но это будет уже следующая учеба. А пока спасибо помощнице за, ну, видно было профессионализм так быстро, что пришлось два раза снимать. Вот. Это профессиональная работа. Пока этот кусочек мы сняли, а завтра утром, когда у меня будет побольше здоровья и сил, я немножечко вам расскажу о том, что вот здесь вот лежит. То, что я не уверен, что разойдется по стране.